Стали известны итоги спартакиады детско-юношеских спортивных школ по бадминтону, которая проходила в Гомеле. В турнире участвовали юные спортсмены из Гомеля, Мозыря, Минска и Могилева. В смешанном парном разряде первое место заняли минчане Александр Александрович и Вероника Тарусова. За ними расположились гомельчане Глеб Шутков и Дана Масейкова. Одиночные разряды возглавили представители минской команды Вероника Тарусова и Александр Александрович. В парном разряде среди женщин золото завоевала Вероника Тарусова и Александра Васильевская. Среди мужчин Александр Александрович и Владимир Кривошеев. Гомельчане на втором месте. В общекомандном зачете победила команда из Минска. Серебро завоевала дружина «Сдюшор номер 7» из Гомеля, а бронза досталась сборной Мозыря.